Пришел забрать своего ребенка из садика. Шэдоу, где ты, мать твою? Я убью всех на месте, кто будет мне мешать. О, мой мальчик, я знаю, что ты где-то в подвале. Я иду за тобой, малыш. Седьмой уровень. Мой малыш подрос. Он давно здесь находится, как минимум год. Пора забирать его из сада и нести в школу. Малыш, папочка пришел. Пора надевать штанишки. Ха-ха-ха. Кто у нас здесь? Так, блядь, я забыл свой паспорт. Блядь, ебучие выборы, ебучая электронизация всего. Алло, поддержка. Окей, видимо, они принимают эфириум, чтобы забрать ребенка из садика. Твою мать, малыш, вылезай! Мой мальчик. Shadow. Эй, блядь, что за... Малыш, не матерись, нельзя так! Чему тебя здесь учат? Нельзя так выражаться! Это ты меня научил так, папочка? Поэтому я матерюсь, как ты. Ох ты ж... Ох, черт, мне нужно следить за своей речью. Ладно, в следующий раз поговорим об этом. Ангел, у тебя немного микрофон... О, здравствуйте! Малыш, у тебя микрофон немного там запутался в твоих... Я потерял дар речи. Ты такой красивый у меня. Я так хочу тебя схватить и обнять. А может, не надо? Не надо мне башкать, сломаешь мне позвоночник. Я не сломаю тебе позвоночник. Дедовская любовь от папы всегда хороша для тебя. Я должен тебя обнять. Я запрещаю. Вернись! Знаешь что? Это украшение я тебе дарил на день рождения. А ну почему она все это время лежала здесь? Понятия не могу, как я на тебе вообще женился. Чёртова! Я забираю ваши украшения. Я рад, что вы женились, но я заберу это себе. Ваш брак для меня не имеет никакой ценности. Это все придуманный социальный конструкт. Ах ты хренов! Как ты вообще посмел? Ох, черт, не знает ничего о любви. Я все знаю о любви. Я люблю своего прекрасного мальчика. Нет, мой изумруд! Нет, украшение для моего мальчика! Я хотел вырастить его фибой! Ах ты, чертов! Ты упустил изумруд! Ты упустил его! Мы разводимся! Ну что ж, видимо, придется найти ему хорошие носочки. И уверен, они находятся где-то в Египте. Чертов нищеброд украл наши деньги. Все это время он находился там. Где? В Египте. Нормально, Соник. Соник находится где-то внутри этого вертолета. Мы потеряли его, и он должен находиться где-то здесь. Ребят, проверьте под диваном, пожалуйста. Откуда у нас диван здесь? Твою мать! Соник! Соник, хватит нас избивать! Нет! Откуда ты взялся? Нет! Соник! Привет, ребятки! Ой, 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 о, блядь, не скорость, нахуй, пожалуйста, спасибо. О. Хороший вид. Ну, давайте, это что, Франция? Или Китай? Вертушка. Хе-хе. Это самый школьный Соник, который я видела. Что ж, где-то здесь должны находиться носочки для моего мальчика. Из него вырастет хороший программист. Я уверен, у египтян очень хороший вкус. Я уже здесь? О, хорошо, видимо, пора искать носки на eBay.
Я надеюсь, они не будут пропитаны свинцом. Ох, так, о чем здесь? Синий экран? Я же обновлял Windows 2 недели назад. Хорошо. Нам нужно поискать носочки для моего мальчика. Так. Что, 200 баксов? Что, 400 баксов, твою мать? Shadow! Ты... Shadow? О, я забыл включить звук на трансляции. Shadow, о чем он говорит? Неужели у него свои планы на жизнь? Но я хотел сделать из него красивого мальчика! Ебать тут ДПС, что, 5 звездочек, что ли? Ужасно. Я приз. Это еда, блядь. Скорбинки. Мои дай мне это скорбинки. Купи. Да как ты все это? Дай мне скорбинки. Пожалуйста. Да, есть. Я обязательно верну свои пачки скорбинок, которые она забрала у меня. Она почувствует мой кулак в жопе. Так, куда мне идти? Теперь где туристическая карта? О боже! Что это? Роботы? О нет! Сделан. Что? Опа, Соник на Соник. Как мы с тобой давно не виделись. Видишь этот изумруд? Ты предатель. Не говори со мной. А я буду говорить. Смотри, какой хорошенький изумруд. Я его буду покупать с оскорбином. Знаешь, я здесь всего лишь 5 минут туристирую по городу, а ты мешаешь мне в моем туристическом походе. Получай! Ой, да он быстро. Просто взял и исчез. Наверное, оскорбинки действительно работают. Да. Я думал, это все гомеопатия. Получил? Чертов Эгман. Он украл наши деньги, он украл нашу крипту. Мой чертов муж нищеброд, который за ней не уследил. Впрочем, ладно, сама разберусь. Чую, что где-то здесь он. Ублюдок, бля, воняет. Может быть... О, черт, это же его ногти! Я забыл оставить свои ногти повсюду. Что ж, время оставить их здесь. У меня ужасно болит шея. Я устал искать носки моему мальчику. Экран хороший. Интересно, тут можно посмотреть на хентай? Я уверен, здесь можно посмотреть на хентай, но разве тебе не рано возраст такое смотреть? Неважен. Потому что это цифры. Смотри, какие все великие сайты здесь находятся. Смотри, есть и xxxhendaivideos.com, а также и pornohub.com. Ну и вроде бы есть русифицированные всяческие порнофан. Смотри, сколько их тут. Я не могу поверить. Мой мальчик стал оправдателем педофилии. Возраст лишь цифра. Ты сумасшедший, малыш! Я не буду больше искать тебе носочки, я буду пытаться изгнать тебя отсюда! Зачем мне носок, если есть у меня вот этот хороший изумруд? Я к помощи него куплю носки свои. Это изумруд или оскорбинка, определись! И то, и другое. Я с помощью этого изумруда куплю и носочки себе, и оскорбинки, которые и не снились у тебя. Во сне, в кошмаре. Ох, ты бы знал, что мне снится в кошмарах. Я никогда не думал кошмары? О том, что мне... А какие кошмары? Расскажи мне поподробнее, мне интересно. В моих кошмарах я убиваю свою жену уже 153-й раз. И каждый раз она убивает меня. Я не думаю, что я смогу смириться с потерей. Тебе нужно съесть оскорбинки. Не беспокойся, я ее куплю. Мне не нужны оскорбинки. Я сижу на героине.
О, давай я тебя тоже подсажу на героин. Тебе ведь всего лишь цифра. Тебе наплевать на все, малыш. А-а-а. Ты сторчишься и помрешь. Кто ты такая? Что ты здесь делаешь? Верни мою крипту, сука. Я не воровал твою крипту, я воровал лишь ваши деньги. Это и есть деньги, дебил. Крипта а не еще деньги. У меня есть твои нюцы. И если ты не отдашь нам крипту, я солью их в сеть. Ты подумай над приложением. Неужели ты не знаешь, что мое прошлое быть вебкам-моделью? Мне плевать, что ты сольешь. А, вебкам-модель. Ну, ты мои коллеги, получается. Однако я спиздила твою Этериум. О, мой Эфириум! Что ж, будь по-твоему, будем кооперироваться. А, да. Мы будем делать дуэты на вебкаме. Окей, раз команда Фурафинити решила собраться и иметь вебкам-бизнес, давайте, по крайней мере, хорошенько заправимся перед этим. На этом острове есть достаточно вкусных фруктов, которые мы можем здесь найти. Я ужасно голодный. А, да. В жопу эти бананы. Слушай, в бананы в жопу это не самое оригинальное, что ты могла придумать. Хорошо, манго. Манго звучит неплохо. Оно будет входить очень глубоко и очень сильно растягивать нас. Я пойду найду курочку на этом острове и приготовлю ее. Шэдоу, держи эти часы. Это маленькая микроволновка. Ты должен приготовить мне самый вкусный обед, чтобы я гордился тобой. Ты согласна? Ты согласна? Руш, тебя зовут Руш. Я уверен, что тебя зовут Руш. Руш, хорошее имечко. Я запомню тебя. Эгман запомнит это. Это хорошо. Что ж, ладно, Шэдоу, иди разложи часы по всему острову. Мы будем готовить лучший обед в этом мире. А я пойду засуну фольгу в микроволновку. Какая крутая машинка. Я так люблю машинки, вау. Ой, она делает... Пёс абсолютно тебе рад просто. Нет, я хочу больше, чтобы она делала... Это слишком слабо. А? Что? Где-то здесь должны быть микроволновки. Шэдоу, ты все разложил? Да, я все разложил. Шэдоу, черный мужчина, забери меня из России, пожалуйста. Я шлюха. Так хочу. Я... Отойди от меня. Что? Ты не хочешь со мной уехать? Эми, уйди отсюда, ты розовая шлюшка. Никто не хочет с тобой разговаривать. Ёбовый. Итак, раз мы нашли здесь шлюх, значит, здесь находятся все остальные вебкам-модели. Погнали. А, я должна самоубиться. Не самоубивайся, мы начнем бизнес вместе. Откуда ты взялся? Тейлз, я так рада тебя видеть. Я тебя нет. Блядь. Меня зовут доктор Эгман. Не надо, блядь! Она делает не тебя, только... Ты маленький грызун! Нет, она так не делает! Попробуй! Она делает... Что ж... Я родил тебя, я тебя и убью. Прощай. Родил тебя, Тейлз, ты ведь прилетел сюда на самолете, или это произошло раньше? Я тебя не знаю. Пожалуйста, не трогай мою машину. Иди отсюда подальше. Я люблю машины. Отдай мне свою машину. А знаешь, что я люблю играть? World of Tanks. Это тоже машины. Я очень люблю машины. Нет, это не машина. Это моя машина. Это моя машина. Это хороший танк. Вернись. А, вот. Опять куда меня завезли эти ваши походы? Здорово, Соник, как твои походы? Ой, тихо, боже мой. Закрой ебало. Я говорю. Я умею классно вертеться, потому что я только что купила себе эту новую юбку. Хуйня, вопрос. Это не было вопросом, Соник. Как насчет, ты заткнешься нахуй, пока я оплачу твои игры в Стиме, так как ты не можешь сейчас ничего покупать. Отдай мне эту карту, и я наверну шаурмы. Йоу.
Соник, ты понимаешь, что ты ничего не купишь на это? Нет! Я поеду в Египет и съем самую великую шаурму, которую они могут мне сделать. Нет! Шаурма — это очень вредно. Вот тебе твой Breaking Bad. В стиме. Итак, пойдем со мной и будем играть, делать летсплеи. Ладно. Хорошо. А я отправлюсь в тюрьму, потому что туда идут все стримеры. Дэвид? Соник? Соник, я не хочу оставаться одна! Пошла нахуй! Нет! Да... Ну и запущенная студия, конечно. Ну ладненько. Бананы здесь, бананы там. А, чёрт! Пошёл нахуй! Блин, Шелёк, где этот чёртов микрофон? Это не я, это Руш. Вот он. Это Руш, говорит Руш. Что там говоришь? Я говорю, в общем, я нашла тех, кто банил наш Твич. Ё-моё, а чё там с микроволновкой-то? О, нет. Нет. Оскорбинка. Опа, прилетел. Блин, рука крутая на самом деле. О! Что это? Опять ты! Иглистые фембои! Природа Амазонки удивительна! Да носок-сосок, заткнись! И вообще-то я ищу чертовые ингредиенты для микроволновки. И вообще, что тут вообще делаешь? Тебе тоже нужна микроволновка? Да. Отдай! Я не дам микроволновку! Я приготовлю из тебя шаурмы! Ой, ты чё в кустах делаешь? Так, я буду одну пепперони и три... стоп, это не доставка пиццы? Это не доставка пиццы? О, твою мать! Shadow, я решил приготовить фольгу в микроволновке. Нам нечего есть. Я здесь. Но где изумруд, который я разбил? Или я его не разбивал? Что происходит? Шэдоу, я так люблю булочки. Почему ты не купил мне одну? Потому что ты забрала у меня скоробинку. Я не прощу за то, что ты сделала вот эту кражу. Как ты вообще это сделала, вообще не пойму. Как? Скажи мне, почему ты молчишь? Ищи эту руку. Помнишь, что я тебе говорил 20 минут назад? Знаешь, где эта рука у тебя будет? Неважно. Шэдоу, это очень некрасиво. Ты тут скучаешь почему-то там, да? Это что, оскорбинка, да? Я могу купить тебе оскорбинку. Мне не нужно, чтобы ты покупал мне оскорбинку. Я сам куплю себе оскорбинку. Ну и ладно. Итак, малыши, я пришел дать вам деньги. Итак... Какие малыши? Охуел. Я вообще-то работаю. Тогда какого хера ты флиртуешь с моим сыном? Да что за черты, батя, отойди. Малыш, иди ко мне. Господа, здравствуйте, я ваш новый президент. Это ваше новогоднее поздравление. Итак, для того, чтобы показать вам хороший салют, я покажу вам, как эксперименты с микроволновкой довели меня до нового открытия в области этой страны. Это моя лучевая микроволновка, и я приготовлю всю фольгу в мире. Уровень жизни не поднимется, и налоги будут только расти. Моя крипта! Новая конституция! Но новая конституция будет не у вас. Новая конституция будет на Луне! Пошла нахуй, Луна! Теперь ты живешь под моим законом! Как вам такое новогоднее поздравление? У вас есть 23 часа на то, чтобы... 23 часа и 58 минут и 15 секунд... Слушайте, я пойду выпью. До свидания. О, нахуя я пил?
А, долбоёб. Заткнись. Завали, ебало. Я это... Ну, у меня крипта есть. Не вам мне говорить, что мне делать! Я да теперь президент! Да что ты пьяный? Да я это стану на шатыре засунуть тебе в рот. У меня кружится голова. Что ты там обо мне говорила? Расскажи мне, как я пришел к президентству? Я говорила, что может ты шлюха. Я продавала твои нюцы. Твою и мать, людям это понравилось. Нюцы наконец-то оказались полезными. Да, они оказались гораздо полезнее. Знаешь что, я умею по-разному позировать. Можешь сделать новые нюцы. Смотри, как тебе вот так? Охуенно. База-база. Думаешь, я буду в газетах? Тейлз уже в газетах. Определенно. Нам надо вытащить Тейлза с первого места. Я... мои суставы... Тебе надо стать фанбоем. Ты думаешь... У меня уже есть неплохие носочки, посмотри на них. Растяни их повыше. Вот так, да. Мне плохо. Блэд, у тебя мне штаны плохо. Растягиваются. Принесите мне оскорбинку. Шэдоу, ты купил оскорбинку? Шэдоу, где ты? Шэдоу, где ты? Блять, он еще и слепой. Вот до чего довозят становление фэмбоем. Батя, не снимай что. Пока я не... Это охуенно! Пизда! Пока я ел шавуху, Эггман стал президентом, он принял новую конституцию. Офигеть! Эггман сделал конституцию. Да, но шавуха была вкуснящая. Да, я бы повторил еще. Да, у меня есть оскорбинка. Смотрите. Она такая желтая. Да есть шаурму оскорбинкой? Ну-ка, давай. Да, я тоже. 110 рублей, ну-ка. Так, вроде я был здесь, но я не уверен, поэтому мне придется думать. Ненавижу думать. Ну что ж, погнали. О, Эми! Привет! Мистер президент, послушайте, вам нужно перестать смотреть эти видео консервативных политиков. Они влияют на ваши рейтинги. Вы не можете просто сидеть, сложа руки и сложа ваш рот. Вам нужно разговаривать с людьми, президент. Права женщин не существует, феминизм не нужен. Добро пожаловать на мой новый YouTube-канал, где я рассказываю, что феминизм не нужен, а права женщин не нужны. А сегодня я расскажу вам, что на самом деле гендера два. Я очень умен, я очень много провел исследований на эту тему. Конкретно я посмотрел одного другого ютубера. База. Да, я расскажу вам всю базу. Я не знаю, как я разговариваю с вам в реальном времени, но... Бля, я хочу срать! Оскорбинка охуенная. И местечко тоже. Черепок тем более. Ебать, это что, самолет? Птица? Слушай, бать, ты у нас чита, что ли? Что это у нас такое? Это не читас, это вообще-то Тейлз. Не путай его с маскотом читас. Нютелла? Сколько раз? Нютелла вкусная. Да ладно, пизду тебе. Какого черта мы в Египте? Здесь, говорят, самая лучшая шаурма. И это тот самый пирамида, который я думал. Ты знал, что там еще один есть, ожерелье, которое изумруд. Моя жена не должна это прознать. Да. А я все еще хочу срать. Где здесь туалет? Нужно срочно его найти. Пойдем со мной. Какая большая дверь! Ты туалет закрыл! Так, опять, как обычно, очереди в этих ваших Арабских Эмиратах. Я открою. Я думал, здесь база. Это очень красивая дверь. Знаешь что, мне кажется, что если мы ее откроем, говно вылится на нас. Я сказал, что я не доверяю тебе. Но он должен был знать, что я не доверяю только тем, кого знаю. Я очевидно его знал. Какого? Слушай, это оказалось проще, чем я думал. Пора размять косточки. Ну типа кости, понял? Наклз, мы поняли. Хватит объяснять эту шутку в 30-й раз. Ох, как же утомили. Эти мысли, они в голове. Соник, не здесь! Я Эггман, здравствуйте, я забыл.
Мне хуёво! Вау! Как удобно! А куда мы летим? Это же анальная пробка! Нельзя было давать Сонику управлять ракетой! Мы потеряли крипту! Ты уронил его! Ты уронил мой изумруд! Наши аспиринки! Вау! Do a barrel roll! Моя крипта! Что, в смысле вы меня не берете? В смысле у меня слишком большие сиськи? Я возьму тебя, Руш, не волнуйся, я пошутил, все нормально, да, мы боже, все еще вы... в бизнесе. Не главное, просто так? Не забывай снимать свою одежду, когда тебя попросят. Если он еще раз так пошутит, то я из этого Эггмана выбью все яйца, и он будет просто мэн. Так, ладненько, заливаем это сюда. О, так, отлично. Вот, заключил контракт с еще одной компанией, и все будет заебись. Моя крипта снова будет моей, и у меня будет гораздо больше денег, чем было. А? Что это за херня? Это не выглядит как агентство. А? Отвратительно, отвратительно. Так его сын это... Его сын это гомункул? Боже. Ладненько. Надеюсь, у него... Надеюсь. Господи, это было отвратительное путешествие. Я не успел сходить. Мяу. Мяу. Мяу! 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 Тейлс, тебе нужна аскорбинка! Может быть, тебе нужна аскорбинка, Тейлс? Мне нужна аскорбинка! Как насчет принять ту самую аскорбинку? Советы Соника, не ешьте аскорбинку вместе с шаурмой! Ну что ж, пойдем! Это было поздно, Соник! Итак, где наша аскорбинка? О, она лежит прямо по пути где-то в самое дно! Налево и направо! О, значит, там находятся все 7 штук. Наша аскорбинка. О, черт! Нет! У нас 8-я прямо здесь. О, а что будет, если мы ее съедим? Я уверена, ничего хорошего, но я съем. Давай, я открою ротик. Засовывай. Открывай, готовься, Эми. Сейчас засуну. Или я съем первый. Я буду первый, кто это сделает. Нет, Соник, держи. Нет! Вы не будете есть аскорбинку, у меня плохие предчувствия. О, здорово, бывший. Ну, я хотел сказать, что ёбаный нищеброд. Я побрал все. Я забрал каждый кусочек, но этот сраный синий ежик выкинул их в космос. Это неловко. Однако, меня не волнует, что было между нами. Ведь у меня теперь есть новый партнер на вебкаме. Это был я, дура. Я зарегистрировался под новым аккаунтом. Да хватит стонать, господи. Ох, опять говно собирать. Нормально. Ну ладно, может быть, мы можем... Видишь, это говно, оно внизу, это твое! Мое? Эй, женщины не какают! Как ты смеешь? И вообще... Я вообще не понимаю, как я здесь оказался, я маразматик похуже Эггмана! А? То есть хочешь сказать, что... Ты дура! Мой бизнес, моя крипта... Держу тебя! Какая ты база! Спасибо! Хоть может... ты глупая, но тебя все еще. Ну, я тебя любил, ну ладно, мы уже нет. Но мы можем все равно грести крипту снова. Как насчет этого? Ладно, держи крипту. Чёрт. Какого? Да, это так, мой подарочек. Ты как их собрала, дура? Они же в космос улетели. Ладно, я прощаю тебя. Но на сегодня. Я бегу. Сука! Теперь представь, как ты будешь... Ой-ой, Эггман, здравствуйте! А какого хера вы делаете на моем стриме? У меня где-то 2 аскорбинки от моего сына находятся снизу. Это твое ведь, да, Шэдоу? Верно?
Верно? Какую хуй забрал мои скорбинки? Я возьму его. Я не забирал твои скорбинки, я просто положил их туда, где будет безопасно. Иди нахуй. Я не люблю тебя больше. Ты ужасный сын на веб-камере. Я больше не буду с тобой партнериться. Мне нужна только Руш. Забирай свои оскорбинки. Если ты так хочешь. Не плевать. Пиздуй отсюда. Ты мне больше не сын. Так, ну, мне кажется, нужно собрать все эти оскорбинки, чтобы никто их не съел. Ау! Соник, оскорбинка! А? Да? Что ты делаешь с ней? Да, что, что тебе нужно? Ну, тупой. Голубое. Каков красив мир без нас. Им я тебя сейчас застрелю перед Тейлзом. Откуда ты взялся? Эггман. Мой первичный гомункул. Пора избавиться от розового. Розовый меня заебал. Я хочу убить ее. Сделай что-нибудь, Соник. Покажи мне, насколько ты смел. Покажи мне свое достоинство. Сейчас я достану эту оскорбинку. Оставь в покое моих хаотичных друзей, Эггман. Это все, что ты можешь сказать, хаотичных друзей? Да у меня у самого аутизм. Я могу что угодно сейчас натворить, и ты даже не предугадаешь. Это точно, да. Иди сюда, Соник. Я засуну эту оскорбинку тебе прямо в жопу. Ты будешь срать до посинения. Что ж, теперь ты капсула подходящая для того, чтобы засунуть мне в жопу. Как насчет этого? Не ограничиваемся одной оскорбинкой. Нет. Почему нет, Тейлз? Разве ты не хотела этого с Соником? Признай. Эггман, а ну прекрати этот... Анальный компрот. Я застрелю капсулу. Нет, у него оскорбинка. Оскорбинка будет в конче. Что ты делаешь? Мне плевать, где она будет. Я застрелю сейчас эту капсулу. Нет, капсулу я не хотел. Соник. Он начал осеменять планету. Оскорбинка нет. Если не остановить Соника, планете конец. Планета примет его капсулу себе в задницу. Что же делать? У меня только оскорбинка. Надо что-то придумать. Как нейтрализировать кончу? Нет! Что ж, кажется, он сделал правильную вещь. Он принял оскорбинку и самоуничтожился. Соник! Что ж, я тоже собираюсь самоуничтожиться, если мой бизнес не пойдет как надо. Я надеюсь, что все пойдет как надо. Я никогда не любил Соника, но за оскорбинку ты получишь, Эггман. Ты думаешь, у меня не пойдет бизнес? Ты думаешь, что ты положишь мне конец? Ты убил свой бизнес. Я не убивал свой бизнес, я сейчас убью тебя. Моя машина круче. Какого хуя? Смотри, что я умею делать. Какого хуя? Окно охуенное. Криптовалюта, значит. Да. Это у меня в глаза клубится или... Соник! Эй, какого хрена, Соник? А, дружище. Кстати, помнишь? О, чёрт. Прими звонок, дебил. Все, мне звонят. Сейчас, сейчас. Так, значит... Это старый пейджер. Их крипта. Выпустили из производства. Давно, 10 лет назад. Не обращай внимания. Так. Сейчас мы съедим эту оскорбинку. И я покажу им кузькину мать. Подожди, ты кислый! Вперед! Кислый? Что? В смысле, опять бан? И на этой платформе? Ну что же такое, господи? Заебали. Ладно. Может быть, податься в другой бизнес?
Оскорби насчет. Привет, что мы тут делаем, дружочек-пирожочек? Почему ты одна, сейчас будет два? О, ты научился подкатом шедов. В любом случае, я меняю свою направленность. Я ухожу в свою обкаму и иду продавать детей. Потому что это выгоднее. Все же деньги не пахнут, знаешь, крипта тоже. Да какие деньги пахнут, а тебя говны воняют. Чувствуется беда. Думаешь, первым ребенком, которого я продам? А в любом случае, посмотри, что в газетах пишут. В газетах пишут то, что производство карбинок закрывается, потому что отходы слишком токсичные, эти все зеленые. Они не хотят видеть аскорбинку. Блять, пиздец, я звоню, батя, алё, батя, что-то такое, блять. Что ты мне звонишь по каждой хуйне? Как ты меня заебал? Я сказал, что ты больше не мой сын. Я не хочу продолжать с тобой аскорбиночный бизнес. Я забрал себе последнюю аскорбинку, и я взорвусь. Ладно, ладно, пизду, короче, буду сам защищать этот аскорбиновый бизнес до конца. А, ты не можешь защитить аскорбиновый бизнес. Зелёные... Зеленых слишком много. Они забирают президента. Да какого черта? Ну, как обычно, какая-то хуйня происходит. И одно и то же, блядь. А... Где я, блядь? Так грустно, что Соник не успел посрать перед смертью. О, Соник! Это он! А? Где? Он не взорвался? Он навалил целую кучу! Ха! Что? Воняет говной, да? Ну что, продолжим. Окей, пауза, все, хорош. Пока стоп. О боже мой! Что мы делаем? Не, слушайте, вот это было отлично, вот это было шикарно. Блядь, окно охуенное. Это за рыжку хорошо. Какого черта этого не должно происходить? Мои яйца снова начали двигаться. Что за опасность? Я не знаю опасности, я и есть опасность. Папа, почему ты так похож на Лук? Я не хотел быть правнуком, а внука, Лука! Соник, я не сказал, что я... Ну подожди! Здорово, муженек. Жена моя, какого? Я хотел криптовалюту. Прости, весь бизнес провалился. Но я думал, что она... Да, я все же тупая, прости. Мне не хватило мозгов на то, чтобы вести бизнес. А человек яйца в итоге тоже не смог. У него там травма детства, все дела, он ее прорабатывает. Никогда не понимал ее. Может, она и тупая, но сиськи у нее зачет. Так. Ух ты, фонарик! Здравствуйте! Жители Готэма! Ёбаный в рот фонарик! Жители Готэма, мой сын принял конституцию. Мой сын принял неправильную конституцию, я ее отменяю. Теперь кто этот мужчина? Я направил ракеты на вашу землю. Сейчас будет бомбежка. Готовьте ваши фортификации. Эгман. Я отменяю Эгмана. Теперь я здесь президент. Эгман отменен. Поздравляю. О! Да. Я похлопал с завязанными руками. Но ничего страшного, это фокусы. Я вложился в крипту, но она провалилась. Никогда не буду верить тебе. Я понимаю, что ты вложился в крипту, я тоже. Все мы здесь в одной лодке. Она тоже тебя подсадила, да? Ты объясни ей, что она дура,
Еще в коврах надо поискать! Между прочим... А? Хорошо, я вас понял, я вас выслушал. Я вам достаточно времени выдал. Я понимаю, она вложила меня в крипту. Нет, я просто сейчас буду танцевать своим танцем. Соник, закрой ебало. Значит так, ты шлюха. Ты ответственна за все, что мы натворили. Иди и вставь мою крипту внутрь. Дети, дети Готэма, сегодня все ваши дела закончатся. Все ваши крипты, хуипты, все это закончится. Они перестанут существовать. Конец времен близок. Вы... Мы... Это мы! Ну, пиздец. Неужели мы? Но... Я не хочу быть нами. Это мы. Я хочу быть наглым. Да, мне ваши... так жаль моих детей. Ваши дни сочтены. Ты не мой отец. Я твой сейчас... отец, Тейлз. Ты смирись с этим. Я твой отец. Я родил тебя из этих ног. У тебя голова яйцевая. Когда-нибудь мы закончим читать дневник этого деда, но, видимо, это не закончится, так как он читает очень тихо. Да! Это медленно. Дневник не закончится, пока вы его не дослушаете. Посмотрите на верхушку у вашей земли. У этого деда большие проблемы. Надеюсь, я не его родственник. Пока! Что ж, раз мы выслушали моего деда, можно теперь выслушать и меня. Значит так, Руш мы убьем нахуй. Все собрались, вы все мои дети. Я никогда вам этого не говорил. Правая сторона и левая, они одинаковы. Так же, как и Твикс. Все за мной, мы будем семьей. Звучит в рифму. Ты не мой отец. Я отказываюсь верить в это. Закрой ебало, блядь. Ты мой самый нелюбимый сын. Я никогда не хотел рожать тебя. Ты вылез из моей ноги. Ты самый отличающийся от всех. Я ненавижу тебя. Ты конченый долбоёб. Я продал изумруд, чтобы вложиться в крипту. Чёрт. Теперь я... Опоссум, но у меня есть скорбинка, которую я подобрал из задницы Соника, когда он упал. Тут какие-то новости. Какие-то кружочки. Вау! Что это? Это новые титры? Тейлз, когда ты научишься читать, мать твою? Неужели ты не видишь текст на экране? Читай его, а не то, что происходит на нем. Визуальная графика испортила подростков. Неужели мои дети будут настолько тупыми? Эггман пожелает из Кумбрия. Все свои старческие штуки, говоришь. Время зумеров подошло. Вперед! Иди нахуй! Может, мы перемотаем немного? Тут 5 секций с разными персонажами. Давайте перемотаем. Вау, какой Тейлз быстрый. О, какой я быстрый! Я могу переморачивать время и останавливать его. Так же, как мог делать мой сын с помощью оскорбинки. Только мне не нужно взрываться. Пришло мое время. Наклз, тебе нужно поплавать в моем туалете. Таймскип. Окей. Финальная секция с Соником. Так, ну, наконец-то я хорошо посрал, теперь можно и поссать. Да господи, боже мой! У-ту-ру-ту-ру, я Эми. Воу, это же Шэдоу. Если я не буду его видеть, он не увидит меня. Может... Ладно, я наберу смелости и поговорю с ним. Он должен вывести меня из России. Бля, скорбинка вкусная. Шэдоу, если мы уничтожим Россию, ты не сможешь вывести меня отсюда. Че? Блять, окно, конечно, охуенное, но отражение это, конечно, хуёвое. Че тебе надо? Шэдоу, нельзя быть настолько нарциссичным. Нельзя смотреть вечно в свое отражение. Ты должен подумать о том, как эмигрировать отсюда. Несмотря на то, что мы в космосе, я верю в тебя. Я верю, что ты сможешь стать хорошим эмигрантом, который заберет меня с собой.
А еще хочу увидеть мир. Я хочу увидеть все. Ты покажешь мне, Shadow? Shadow, пожалуйста. Я твой. Я создам звезду смерти, чтобы уничтожить. А что я тут делаю? На самом деле, все это время булки были аскорбинками. На земле. Я спрятал их на земле. Прошу. Защити их! Защити их всех! Это твои аскорбинки, Shadow. Ты всегда их хотел. Прошу, сохрани их. Ебаные флешбеки, я долбил их рот. Сейчас будет та же самая сиквел, как в Звездных войнах. Неужели ты хочешь забрать все аскорбинки? Мне придется это сделать, иначе всему конец. Моя аскорбинка, конец! Так потерянно, у меня голова болит. Это яйца! Это яйца! Эггман яйца! Это похоже на гигантские яйца, Эггман, ты не думаешь? Здесь концентрируется моча, Наклз. А ты в ней не плавал, да? Здесь концентрируется моча. И чё, всё? Ара-ара. Здравствуйте, мои хорошие. Я проснулся. Тебе не кажется, что это настоящая штука, а меня не глючит? И вообще... Нас не глючит, Наклз. Это настоящий. Что? Какого хрена тут делает изображение хентая порно? Ебаный стыд, я разберусь с ним. Идите забирайте изумруды и аскорбинки. Ебаный блядь. Я так хорошо поспал. Я же говорил, батю, удалите до хентай порно, он же вылезет из всего интернета Рутуба. Ротик! Бротик! Нет, отойди от меня! Бротик. Нет, 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 никак! Бротик, извращенец! Отстань, оба сюда, опа, на нафиг! Пробите! Бротик! Бротик, мне больно! Да мне похуй, я ебаный садист, и я готов долбить еще по 5 часов поминутно! Бротик, ты слишком быстрый! Нет, я каток! У меня каток, рукотка! Бротик! Получай, бротик! Это энергия хентая! Это энергия хентая, которую мне включил папа. Сколько мне еще тебя бить надо? Сколько надо тебе еще раз удалить? Сколько тебе там гигабайтов? У меня 10 терабайтов хентая. Кстати, ей 1000 лет. Блять. Она легальная. Достаточно много. Наконец-то удалил. Оба, бля. Чувствуешь по щей в жопе? Хочется пить. Аскорбиновый сок. Я давно хотел его. А ты не знал, что он... начинает действовать на мужиков. Очень активно, Соник. Потенция возрастает, как и сила его свечения! Правда, Наклз? Соник! Блять, я наконец-то удалил, что ли? Господа, вы хотите на связь? Я вызываю вас по рации! История браузера оживает! Я не чистил ее целый год! Ваша хентайная сестричка телепортировалась и слилась с моим пенисом! Вам всем пора выбираться наружу! Вы должны остановить ее, иначе мой дед будет прав насчет криптовалюты, а я так много вложил! Соник. Да! Что такое?
нам нужно испить мужского сока и победить ты его. Ты ебанулся. Что происходит, где я? Не тормозите. Испиваем винтайный мужественный сок. А если будешь драться, я не буду кусаться. Так, какую ты выбираешь аскорбинку? Аскорбиночный микс! Дрочим, 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 дрочим! Внутривенно, ментально, ментально, ментально! Да! Мужской сок! Он выходит! Да! Я чувствую! Шэдоу! Шэдоу! Теперь мы чады! Мы возмужали! I'm come! Я член папы! Помогите! Помогите! Я победил этот... Не слушайте эту ящерицу, она вам врет! Я никогда не сажал ее из своих ног! Я член! Ё-моё, а что сделал батя? Шэдоу, мой мальчик, твоя работа завершить надо, что было начато! Да ёбаный ты стыд, ты высунь из своего члена эту колодрыгу! Орёв, против? На бля... Голосовой модуль просто разъебался! Дай пять! Да, сила мужиков! Ебать, мы важные, как хуй бумажный! Хуй, не то слово! Господа, мы вас верим! Остановите мой пенис! Да, это будет сложно! Ты знаешь... Блять, опять шиза! Да иди ты нахуй, я просто хочу аскорбинку! Заткнись, Шэдоу, мы входим! В смысле, я ничего не говорю... Не входите в мой член, просто уберите эту штуку отсюда! Ебать, я чувствую себя так хорошо. Мой пенис телепортирован. Стоп, это не пенис, это мой инструмент для салютов. Да, мы идем. Ура, дорогой! Мамочка! Господи. Я могу использовать пронал. Я давайте так рада. Налогов больше нет. Эггман. Что тебе надо? Мы не договорили. Сони! Хуей, здорово. Синий, ты хребта все еще существует? Нет, ее не существует. Мы закончили. Всем спасибо. Хребта. Да. Будешь моей женой, у тебя классные сиськи. Да, конечно. Я возвращаюсь на любимое дело, вебкам. И что, мне тоже придется там участвовать? Да, конечно. Чёрт, придется себя хорошенько выебать. Знаешь, малыш, когда-то я верил, что крипта изменит мир, но теперь я начинаю сомневаться в этом. Что ты думаешь, Тейлз? Был ли мой дед прав? Я думаю, что я все еще не обосрался, простите. Я что, куда-то заходится? Тейлз, ты сильно отстаешь в развитии. Да, я знаю, папа. Может быть, рожать тебя из ноги не было лучшей идеей. Так и есть. Я подаю на развод. Это пиздец. Согласна, ну... Кстати, я вернул это сраный ожерелье изумруд. О. База-база, я подарю его своему новому мужу Сонику. И он будет сниматься в нем на вебкаме, чтобы быть узнаваемой личностью. Знаешь что? А к черту, я с вами. О, по рукам. Вот так Полиамория победила и... Соник, давай выбросимся из шлюза. Я тебя забыл, Эми. Все вместе! Так, надо что-то с этим поделать. Подожди. Все вместе! Полиамория! Мы еще не разобрались. Полиамория! Нет, подожди, это надо договориться. Полиамория — это про договоренность. Пойдемте, мои жены и мужи, вперед!
Ёбаная полиамория. Соник, я не подписывался на полиаморию! Ты мой сын! Какой прекрасный семейный бизнес. Окно реально красивое. Голубое. Я все еще хочу в туалет.